В середине 15 века существовали две разновидности рыцарского турнира. Джостра, основой которого были индивидуальные поединки рыцарей, и бугурт, в центре которого был групповой бой. Король Рене описывает в своем трактате именно бугурт. Договоренность о проведении турнира достигается между его организаторами. Один из них, зачинщик, посылал вызов второму защитнику на бой, который должен был стать центральным событием турнира. Зачинщик выбирает из числа наиболее уважаемых дворян четырех судей. И вместе с тупым турнирным мечом, который являлся вызовом на турнир, посылает грамоту, где указывал имена и звания своих судей. Получив грамоту, защитник назначает своих судей для совместного обсуждения времени и места турнира. Церемония въезда в город участников турнира представляла собой торжественное театрализованное шествие. Следующая церемония – открытие турнира. Священник служит мессу. Затем участники турнира садились на лошадей и устраивали колонну из 2-3 всадников в ряд, чтобы въехать на ристалище. По сторонам жонглеры, а во главе герольды и судьи. Почетный судья служил посредником между присутствующими дамами и рыцарями. К нему подходили судьи турнира в сопровождении двух красивейших дам и вручали ему головное дамское украшение. Он привязывал украшение к своему копью и не снимал его в продолжении всего турнира. Если во время боя дамы замечали, что кто-либо из участников в турнире ослабевал, они поручали почетному судье вступиться за него. Он опускал на такого рыцаря украшение своего копья, и никто не осмеливался тронуть этого рыцаря. Сам чепец назывался поэтому «дамской милостью». Судьи турнира должны были иметь при себе белые шесты, чтобы по ним можно было их опознать. Судьи делят участников турнира на две равные группы для боя. Деление это делается так, чтобы уравнять обе партии участников по их количеству, их опыту и мастерству. Партии возглавляли зачинщик турнира и защитник. В день состязания зачинщик и защитник турнира, одетые сколь возможно богато, садились на боевых лошадей и в сопровождении знаменосцев и слуг прибывали на ристалище, где уже собирались участники турнира, разделенные барьерами из веревок на две партии. Сигналом к началу боя служит троекратный возглас геральдмейстера. Режьте веревки и начинайте сражение, когда пожелаете. С участниками турнира в бою могли оставаться в пределах ристалища их конные и пешие слуги. Они должны держать древко копья, чтобы защищаться от ударов, которые обрушиваются на них в схватке. Их работа – выводить своего хозяина из схватки, когда он попросит, выкрикивая его боевой клич. Они поднимают хозяина и коня своими шестами, если они увидели, что он упал на землю. Когда они не могут поднять его, то должны встать вокруг него и защищать своими копьями. И если они сделали это, то рыцарь должен с позволения судей дать им вина после окончания боя. Сигнал к окончанию боя дают судьи, одновременно снимая оцепление и перерезая веревки вокруг небольшого пространства, за которое не могли выходить участники боя. Король Рене вскользь упоминает и индивидуальные поединки, проводившиеся наряду с групповым боем. Детально описываются в книге вооружение, танцы, церемония, награждение. Книга турниров написана примерно в 1460 году. Долгое время миниатюры, украшавшие книгу, приписывались самому королю Рене
который являлся покровителем искусств и живописцем-дилетантом. Но в настоящее время искусствоведы приписывают 27 миниатюр, которые находятся в кодексе, хранящемся в французской национальной библиотеке, художнику Бартолеми Дейку, от которого, правда, не дошло ни одной подписанной им работы. Демонстрация всех миниатюр, которые существуют в этом кодексе, сопровождается музыкой, которая реально звучала на рыцарских турнирах в середине 15 века. Ее автор, придворный композитор герцога Бургундского, Жиль Беншуа.